Где, мне кажется, довольно забавно. Я вообще всегда за юмор. Здесь все основано на юморе, поэтому мне безумно понравилось это мероприятие. Моя команда не прибежала первой, но мои девчонки, что очень важно, очень старались. То есть, когда они бегут не траля-ля, да, и не пытаются рисоваться в этот момент, а я вижу, как они реально стараются. Одна девочка упала на колени, сцарапала себе две коленки. То есть, они правда старались. Я бегал, их еще подбадривал. Вот это для меня важно. Вот поэтому я горжусь своей командой. Может быть, аксессуар с собой прикладить? Шпили-вили называется команда. Я безумно люблю, когда девушки одевают шпильки, каблуки, когда... Ну, когда они не как пацанки в кроссовках ходят. Это здорово, это классно, на пикник еще что-то. Но когда девушка вдруг одевает платье, каблуки, ты вдруг понимаешь, что перед ней ты уже бессилен абсолютно.